Так, любимое место Фреи. Я думаю, что сегодня очень актуально это травмпункт, потому что очень скользкие дороги. Вот, видите, я с охраной. Хочу сказать по поводу новых электричек. Смотрите, трамвай и сразу за ним автобус. Прикольно. В голове целая матрица. Так, друзья, начиналось новое видео. Сегодня все так же 26 января. Мы едем с вами в Ригу. В институт стоматологии с детьми. Едем к слогу. Так классно, сегодня все мне помогают, все советы дают и в жизни. Так прикольно. А еще прикольно, когда по городу иду, а меня останавливает женщина, говорит, то платье надо было брать. Это так круто. Покупаем билет. Так, идем в новую электричку. Через 3 минуты уходит. И я так понимаю, что у меня есть зритель, который, возможно, сегодня будет машинистом в ней. Давай, Максимка, иди посмотри, кто там сегодня за рулем. Так, пойдем дальше, потому что здесь, видишь, с колясками. Пойдем дальше. Следующий вагон. Нажимай кнопочку зеленую. Угу. Заходим. Насчет ткани хочу сказать, что мы идем с вами к хорошим тканям. Идем. Скоро-скоро все будет. Все, сейчас выходим за салон. Ого. Так, пойдем туда. Станция за Слоукс. Все, мы побежали. Вот электричка, которая нас везла. Доехали хорошо, очень комфортно. Все, пока. Спасибо, что довезла. Так, здесь можно ноги сломать, аккуратно.
Немножко по дороге заснимем все, что сможем. На обратном пути, наверное, лучше получится. Сейчас бежим, опаздываем. Так, все хорошо подмерзло, смотрю. Смотрите. Не знаю, говорила я или нет, но теперь я хочу себе такие брюки свободные, которые подчеркивают мою фигуру, да, только чтобы немножко была ткань тоньше, приятней, я не знаю, потому что то, что я мерила, оно такое грубоватое, но такое ощущение, что на века, надолго, вот. И женщина, я говорю, которая мне посоветовала, мы с ней ехали до Слоки в автобусе, и она мне прям: возьмите, возьмите, вам будет хорошо. Потому что она себе хотела, ей не подошло. Видите, как мы теперь всем Калгари, Слока, все помогают Вере одеться. Наверное, заделывают ямки. Видите, у нас и зимой, и летом дырочки заделывают. Движуха тут такая. Не понимаю, что делает человек. А, наверное, авария была. Все, поняла. Страховщик, наверное. Смотрите, трамвай, и сразу за ним автобус. Прикольно. Думаю, что сегодня очень актуально это травмпункт, потому что очень скользкие дороги. Так, мы прибыли на место. Ой, я смотрю, женщина в моем панче почти пошла. Прикольно. Ну что, все дела закончены у зубного врача сегодня. Видите, тоже отдельные ящички. Бумагу выбрасывают, пластмассу. Идея, конечно, с детьми заснять видео так себе. Так, мы сейчас заходили в маленькую Максиму. Тут идем, смотрите, мимо дома такого интересного. Я вам хочу сказать, что раньше вот в таких местах под балконами мы маленькие прятались, играли. Прикольно там было. Столько места было, столько места.
Умудрялись даже шалаши делать. Улица Цирцема, 7. Так, сейчас 3:30. Это сколько мы же гуляли? Сколько мы у Зубнова были? Без 10:02 мы были на этом месте. В ту сторону шли, люди здесь посыпали. И сейчас, видите, не так скользко хоть. Прикольно так погуляли, но все равно, хоть я похрамываю, но мы спешим. Спешим на электричку теперь. Думала, обратно пойду, поснимаю. А видите как? Дети увидели, во сколько электричка. Мама, 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 быстрей. Быстрей, быстрей. Кулдыга съела. Ага. Тут у нас и футбол играют, и все на свете. Смотрю, домик реставрируют. Какой домик, смотри, его вы подкрасите, будет красота. Высоченные просто потолки. Посмотри, какие, как раньше в старину, окна, да, ширмочки, чтобы закрывались. Тут у нас, значит, идет хрущевочка. И дальше опять такие домики. И с этой стороны, да, крышу бы поменять. И красота. Когда зелено, так глаза не бросаются, потому что вся зелень это прикрывает, и так все красиво. А сейчас, когда деревья голые, кажется, и здание тоже, смотрите, сразу все видно, да? Домики симпатичные, я уверена, что с интересной историей. Вот иду иногда так размышляю, что здесь когда-то жили люди. А сейчас уже живет какое поколение. Так интересно. На фоне этого здания сфоткаю детей. Тут прям гололед, гололед. Так, в воду забрались.
Вот смотрите, даже вот на это здание. Вот что тут было на первом этаже? Кто напишет? Там, смотрите, кирпичное здание посоединено, да? Интересно же. Когда-то здесь жизнь кипела, когда только построили, все было новенькое, красивенькое. Интересно, это туалет или пристроечка, где всякие вещи, для, например, для уборки территории спрятаны? Возможно, люди, которые меня смотрят, сейчас посмотрят это видео и вспомнят, как эти здания выглядели изначально. Какие яркие, насыщенные цвета. Возможно, что-то изменилось. А мы идем по Кулдыга, съела до сих пор. О, мои дети уже там. Так, 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 так. Здесь сейчас будет лыжи. Лыжи, лыжи. О, куда я зашла? Тут, конечно, пройти что с одной стороны, что с другой. Квест еще тот. А я иду, знаете... А я иду с открытым ртом, рассматриваю, рассматриваю. Дети, мама, быстрее, мама, быстрее. Мама, смотри под ноги, мама, смотри под ноги. Прикольно. По дороге идти будет безопасней. А я иду такая вся вдоль кабана. Обожаю смотреть так же, как то или иное здание выглядело когда-то. Допустим, по фильмам, да? Или по фотографиям. А, я поняла. Мастер-класс, нужно держаться за забор. Я поняла. Там вообще, смотрите, узенькая такая дорожка. Ну вот, и мы почти пришли. Вот так вот меня дети зовут. Мама, ты слышишь? Мама, ты слышишь? Я вспомнила, как совсем недавно я с мамой ехала в общественном транспорте, например, и постучу ее, по плечу ее стучала. Мам, 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 ну нам скоро выходить, мам. Или мам, ну мы еще не приехали, но мы не проехали. Мам, ты вообще знаешь, куда нам ехать? Вот такие мысли приходили. Кажется, иногда мама уйдет в астрал. И ничего не соображает. Оказывается, это мы, мама, просто в своих мыслях план какой-то рисуем там. Не все не просто так. Видите, как у полиции все на контроле, все хорошо. Тоже Кулдыга съела все. И вот этот домик тоже. И только сейчас, спустя года, я понимаю. Мне дети говорят, я же детей слышу, да, но у меня в голове, так, у меня в голове происходит матрица, понимаете? Сегодня суп сварю, шторы я стирать сегодня не буду. С третьего раза пытаюсь заснять. Так вот, в голове целая матрица, что сегодня приготовить, буду ли я шторы стирать. Так, ортодонту записали, на гигиену в следующий раз детей записала. Так, иду сейчас на электричку. В общем, все эти, вся эта матрица, все эти мысли все время без конца крутятся. Так, мне надо дома сегодня сделать это. Завтра я пойду туда. Не забыть сделать это. И тут на фоне мама, мама, быстрей. Мама, ты меня слышишь? Вот такое слышно. Thank you.
потому что чаще всего, я по себе помню, мне мама говорила маленькой: да, дочь, едем, едем, да, скоро выходим, я все понимаю, скоро выходим. Ну, в автобусе, например. А я через минуту: мам, ну скоро, или через пару секунд, ну скоро. Это наша или следующая? Это или следующая? А мама в это время в своей матрице сидит. Так, надо туда, это сделать, этому что-то там надо отдать, не забыть там выйти, это сюда. В общем, вы понимаете меня, надеюсь. Разница. Вот, видите, я с охраной. Теперь я знаю то, что первый и последний вагон – это для колясочек, да, поэтому мы пойдем в середину. Пусть больше места будет деткам на мопедике. Ай, господи, упадет или нет? Скользко же. Так, обратно нам тоже повезло. Едем на новой электричке. Мам, отойди от рейд. Отхожу. Еще. Показывает точное время, во сколько где будем. Смотрите, как удобно. Приехали на электричке, и сразу сейчас поедет автобус. И всех нас отвезет куда надо. Так, идем, зайдем, что-то к чаю купим. Хочу сказать по поводу новых электричек сначала, быстренько. В общем, не все еще у нас привыкли, что там кнопочку какую-то надо нажимать. Сегодня я несколько раз видела, как люди... Ну, людям надо выходить на их станция. В последний момент доходило до людей, что кнопочку надо нажать. Поэтому мы еще не все знаем. А еще я хочу сказать, что электричка новая так плавно едет, так плавно, что когда мы ездили в Ригу последний раз... Там женщина, в общем, так хорошо уснула, что проснулась, когда электричка уже едет обратно. Представляете? То есть она проехала, не знаю откуда, до Риги на электричке и проснулась от того, что электричка тронулась ехать уже в обратном направлении. Представляете? Это когда я ездила с коляской, кстати. Забыла этот момент, вылетел из головы. Вот. Так, любимое место Фреи. Фреечка, тебе здесь удобно? Тебе здесь удобно, девочка моя? Удобно тебе тут? Колесо, да? Скинула все вещи и сидит на том, что осталось. Удобно тебе, девочка? Удобно тебе, да? Скажи, только что ты мне светишь тут? Скажи, что ты мне тут светишь? М? Можно я тоже к тебе залезу? М? Можно с тобой в шкафу спрячусь? Можно? Все, ухожу.
Сидит принцесса. Сиди. Вот, смотрите, как это выглядит, да? Все, скинула. Оставила тут стопочку. Спасибо и на этом. И все, ее любимое место. Вот такая вот у нас сегодня прогулочка получилась. Везде вас беру с собой, просто везде. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. И всем пока.